Чем длиннее, тем моднее. Носатая обувь уже бывала в тренде на заре 2000-х. И кажется, настало время ее реанимировать. Представляете, 5 сантиметров лишних впереди человека идет. Это ужас один там, да. Но это же, ну, мода. Доходить до крайности вовсе не обязательно. И если уж душа категорически противится такому тренду, можно выбрать тоже актуальные скругленные или даже квадратные носики. Хотя последние не для слабонервных. Конечно, ножку должны собирать туфельки, да, делать ее более изящной. А что более изящное делает, это носочная часть, такая зауженная немножко. И все-таки факт остается фактом. Весной и летом ультрамодная обувь – это именно остроносые удлиненные модели. А что, если стопы и так далеки от размера миниатюрного лотоса? Здесь главное не паниковать. Почему-то наша девушка, когда одевает вот такую ногу, ей кажется, что она на лыжах, и только вот палки в руки, да, и все хорошо, и образ состоялся. Да, но это все от состояния души. Вот парижанки ходят, радуются и красиво смотрятся. Мы комплексуем, мы смотримся безобразно. Если прекрасные ножки почти как у музы Квентина Тарантино, а Ума Турман на минуточку носит 42-й размер, то все равно можно и нужно щеголять модной обуви. Желательно с каблуком. Массивным, неординарным, любым. Гармоничнее всего острые длинные носики смотрятся, пожалуй, самыми хитовыми в этом сезоне кошачьими каблучками. Kitten Heels идеальны для деловых и активных, потому что ничуть не уступают шпилькам в элегантности, но при этом щадят ноги. Длинный нос плюс плоская подошва? А почему бы и нет? Это могут быть модифицированные оксфорды или балетки. В общем, ваш стиль в ваших руках. Точнее, на ваших ногах.